Продолжая эту серию рассказов о черной магии и отвечая на вопросы, которые мне прислали через порталы в соцсети. Эти вопросы были следующие. Об автокатастрофах, которые делаются с использованием черной магии. Как-то это связано через использование гипноза или через какие-то другие пути. Каким образом можно сделать автокатастрофу с использованием черной магии? И как от этого можно избежать или спасти кого-то? Дальше вопрос был о загадочной катастрофе, которая называется «Зеркальной». Это было столкновение двух поездов «Уфа-Адлер» и «Адлер-Уфа». Вот. Дальше у меня был вопрос, могу ли я спасать кого-то, сколько это стоит, спасти человека от гибели в автокатастрофе. А также был вопрос о солисте группы «Кино», который погиб тоже в автокатастрофе в августе 90-го года. Вот. И почему я не смогла спасти, и могла ли я это сделать? Что мне известно вообще о той катастрофе? Также мне был задан вопрос, что произошло на подводной лодке «Курск», как можно избежать автокатастроф, какая есть взаимосвязь и существует ли борьба кланов. Вот такой длинный перечень вопросов, и на этот раз я хочу постараться ответить на все эти вопросы. Собственно говоря, во-первых, как я уже говорила, автокатастрофы с помощью магии устраивают чаще всего наемники. И поэтому, что касается наемника, это наемники, это оплата у них за свой счет, некоторые делают, а потом из собственных вложений, из собственных энергозатрат. Иногда наемнику платят либо красотой, либо продвижением по иерархической лестнице, либо есть еще другие договора, что дается лимит делать что-то, что маг хотел бы сделать, но на что не имеет достаточно сил, и поэтому в качестве оплаты он делает, как нормальный наемник, он устраивает автокатастрофы. Это в качестве оплаты за какие-то свои другие дела, которые он хотел бы сделать. Но автокатастрофа в таком случае – это оплата за то, что договорено было и обговорено с темными силами. Дальше, что я еще хотела сказать, как устраиваются эти способы автокатастрофы. Старинный способ был, это еще когда были лошади, еще не было автомобилей, был тот же старинный способ, который применяется и сейчас. Это внушение жертве на расстоянии, что жертва сама идет к месту своей гибели. То есть человек садился на лошадь и скакал прямо к обрыву. Но он делал это под гипнозом, а гипноз делался через, есть три способа передачи. Либо глазной контакт глаза в глаза, либо это телепатическая команда на большом расстоянии, причем расстояние может быть даже между материками, между океанами, потому что может находиться в одной стране, на одном материке, и жертва может находиться совсем на другом материке. Это не имеет никакого значения. То есть дальше еще есть другой, третий способ передачи вот этого командного пункта, то есть, с которого начинается уже обречение жертвы идти к пути своей гибели. Это через предметы. То есть маг дает жертве предмет, который обрекает ее идти к своей финальной точке. Так три способа. Через предмет, через контакт глаза в глаза, или же непосредственное влияние внушения на расстоянии без контакта, то есть жертва вообще не знает, кто с ней такое вытворил. Естественно, уже узнать вряд ли сможет. Так. Дальше, есть другой способ, это инновационный способ, без внушения жертвы, потому что у жертвы всегда, у любого биологического тела, есть уже в каждой клеточке живого организма, в каждой живой клетке, есть заложенная собой природой программа самосохранения, которая включается в каждый момент экстренной ситуации. То есть любая ситуация, будь это сделана с помощью черной магии, или будь это сделано с помощью там, чьей-то безалаберности, или безалаберности лично той личности. Вот, поэтому включается, это можно назвать механизмом самосохранения. Это уже заложено самой природой, это биологический код, который заложен в каждой клеточке, живой клеточке организма. Так, поэтому, говорю, даже если человека загипнотизировали, его внушили, его прокляли, на него навели порчу, он обречен. Жертва должна погибнуть в автокатастрофе. Так, но в него в любом случае может подсознательно включиться механизм самозащиты, самосохранения.
тогда появится, это все включается, и жертва может спасти сам себя, даже не осознавая, как именно это происходит. Это дальше я потом отдельно расскажу о кодировках, биокодах и биоклонистике, это вообще клонистика и эти принципы. Это отдельная большая тема, как происходит включение механизма самосохранения. То есть, потому что есть, во-первых, есть подсказки, которые люди называют интуиция. Но интуиция, она прежде всего запараллельна с интерпретацией, потому что у каждого есть свои впечатления, свое сознание и свой жизненный опыт. И поэтому, кому больше по теме подойдет подсказка, они знают, что на них может быть наведена порча, может быть, им кто-то крепко завидовал и кто-то желает их гибели. Такая личность чувствует, и им больше под стать подходит увидеть небожителей каких-нибудь. У них может быть такое предвидение, либо во сне, что им пришел какой-нибудь там небожитель, спустился, их лично предупредил. Может, другим вот как-то больше подходит способ, что их во сне или как-то предупреждает голос очень таких любимых погибших родственников или просто каких-то очень дорогих и близких людей. А другим приходит подсказка внезапно, как будто кто-то их окликнул по дороге, или же их просто кто-то как-то отговорил. Подсказки могут быть внезапно, но люди очень редко слушают голос интуиции, потому что люди приходят, в общем, им хочется доверять кому-то извне, что их спасет, а другие просто думают, что у них есть чувство долга и ответственности. Иногда чувство долга и ответственности они ставят выше своих интересов. И поэтому, если их обязали ехать куда-то на работу, и даже если интуиция во все горло орет, не едь туда, там смерть, жертва чувствует в себе, она чувствует уже, что опасность близко, но все равно продолжает идти, потому что он должен ехать на работу. Он не слушает чувство интуиции, он не слушает то, что ему подсказка о гибели. Но вот в чем этот вопрос. Дальше, во-первых, есть инновационный метод, который пользуется сейчас, как происходят автокатастрофы по инновационному методу. Как я уже говорила, с помощью черной магии машины отключаются тормоза, и в это же время одновременно дается разгон. То есть жертва там сидит в машине, ничего не может сделать, пытается вырулить, очень пытается исправить ситуацию, но неизбежно идет к месту своей гибели. Потому что есть силы, которые человеку подвластны, а есть силы, которые выше сил человеческих. Вот. И поэтому тот посредник между миром адским, темными силами, так это можно назвать, и миром живых, и поэтому есть этот посредник, черный маг, и он наемник, ему за это заплатили, естественно, он в этом заинтересован, тогда в любом случае жертве очень трудно открутиться, очень трудно спасти себя. Потому что это надо иметь такие навыки профессионального автогонщика, чтобы вывернуть из такой ситуации, когда машина на полной скорости несется и врезается либо в поезд, либо в автобус. Вот. Это очень трудно отрулить, очень трудно, надо иметь огромный профессионализм в вождении. Так. Или же есть такие мастера, которые хотят, могут выпрыгнуть из машины, даже из горящей на полном ходу. Но это очень редко кто это умеет. Дальше, что я хотела сказать. У меня был вопрос, использует ли маг какой-то специфический костюм, наряд, платье, когда делает автокатастрофу. Дальше, при этом методе, который инновационный метод, единственный, причем в черной магии, инновационный метод устраивать автокатастрофы с помощью отключения тормозов и разгона автомобиля, влепления его, регулирования. Вот. Только в этом случае не нужен специфический костюм, потому что вот здесь это абсолютно не имеет никакого значения. Когда меня спрашивают, вот это то, что я одеваю, платье для ритуалов, вот сейчас, в котором я сижу, это мое ритуальное платье. Когда я участвую в ритуалах общественных, я одеваю это. Но если мне оно не нужно, я это одеваю для рассказа, чтобы было понятно и всем вовремя. Вот это да, это ритуальный костюм, который я действительно использую. Так. Вот. А то, что касается определенных случаев, при инновационном методе устроения аварии, это скоростной, но очень энергоемкий метод, никакого специфического костюма не нужно, также не нужны ни бубен, ни магические жезлы, ни карты, ни зеркала, ничего подобного.
Но это инновационный метод, потому что, когда я говорила, у техники есть собственный язык, и техника может подчиниться звуковым сигналам. Это будет отдельная моя теория, я об этом писала реферат еще в 93-м году. Это вот этот вопрос. Дальше, что насчет автокатастрофы, которая была 15 августа 1990 года? Так, во-первых, когда меня спрашивают, говорила ли я, общалась ли я с солистом группы кино? Да, я с ним общалась несколько раз. Это был очень, очень хороший человек. И я о нем самого лучшего мнения. Причем я более лучшего мнения о нем лично, чем о его песнях. Мне личность эта больше нравилась. Так, почему? Когда меня спрашивают, что я с ним говорила, говорю, во-первых, насчет того, могла ли я спасти его от гибели в автокатастрофе. Начнем с того, что в 90-м году мне было 9 лет. Даже, говорю, находясь сейчас на уровне магистра черной магии, я уже спасала нескольких людей. И тогда, когда мне было 9 лет, я двоих уже спасла от смерти в автокатастрофе. Но это не была катастрофа, которая сделана с помощью черной магии. То есть, когда можешь изменить судьбу, можешь помочь людям. А если это уже работа, связанная с тем, кто кого-то желает изничтожить, при том используя черную магию, вот тогда это невозможно, потому что есть такие пункты, когда выписывается смертный приговор. А в данном случае с солистом кино смертный приговор ему вынесли за 2 года до того, как была эта авария. Но смертный приговор был вынесен не людским миром, это не мир людей. То есть я говорю о высших этих субстанциях, энергетических субстанциях, которые кто-то называет демонами, ангелами и так далее. Есть, все слышали о войне ангелов и демонов. И есть те, кто выносит смертный приговор за непослушание. Но тут есть некоторые аспекты такие, что вот бывают люди, которые родятся в месте, которое называется Шамбала. Шамбала – столица рая. Или же, говорю, называется место, где живут махатмы, лучшие из лучших. Но некоторые, туда, говорю, некоторые избранные люди туда уходят после земной жизни и остаются жить там. А некоторые, наоборот, там родятся и приходят с определенной миссией в этот мир смертных, мир людей. Так? Мир людей обыкновенных, homo sapiens. Вот, и поэтому, говорю, есть некоторые люди, которые приходят, чтобы научить цивилизацию чему-то, что-то передать. И поэтому у них есть свои какие-то идеи, что надо сказать людям. А есть негативные субстанции, которые раньше были людьми, а сейчас они застряли между астралом и миром полупроявленным. И эти субстанции хотят управлять миром. И поэтому у них был проект заставить какую-либо личность, у которой есть хоть какой-то талант по музыке, и у них была идея заставить сочинять звукоряд, который будет использоваться для кодирования и управление массами народа, чтобы направить их на негативные действия. То есть это было сделано не людьми и через посредников, которые должны быть тоже перейти в тот клан, в ту, как сказать, ту среду. И поэтому это было заинтересованность с использованием звукового ряда и звуковых кодировок направить массы на негативные действия. Но есть личности талантливые, которые могут из звукоряда и все вот это вот программы, которые программируют массы, дают им команду делать что-то негативное, они, есть такие личности, которые могут из этого сделать музыку, сломать коды, то есть оказать полное сопротивление негативному влиянию на них. То есть они отказываются выполнять команды, которые негатив дает им, командует людьми. То есть им приказано командовать массами, они отказываются, дают сопротивление, делают из этого музыку, которая дает удовольствие слушателям. Так. И, конечно же, за такие дела личности получают смертный приговор. Конечно же, новый смертный приговор исполняется наемниками, а не тем, кто подписал. И в таком случае, в черной магии, смертный приговор, если кому-то вынесен, отменить может либо тот, кто это вынес, подписал, либо исполнитель. Исполнитель смертного приговора имеет право спасать кого-то. Но это стоит, говорю, 5 лет от жизни мага. То есть, рискуя 5 годами собственной жизни, черный маг может помочь жертве избежать автокатастрофы. Но это, говорю, делать за свой счет, теряя 5 лет от собственной жизни, а это немало. Дальше. Жертва спасенная должна расплатиться, собственно, с магом и с теми силами, которые магу дали, эту силу дали это право.
Причем расплата не деньгами. Сатана, говорят, сатана, демоны, так, сатана не хочет денег в таком случае. Иногда, говорю, силы ада, они хотят, чтобы спасенная жертва стала либо сатанистом, служил культу до конца своих дней после спасения, либо должен заняться черной магией и посвятить жизнь до конца своих дней черной магии и практике магии. Так? Либо есть третья возможность, спасенная жертва должна стать мужем или женой тому, кто его спас. И поэтому, говорю, что насчет солиста группы кино? Говорю, теоретически я имела право спасти. Я имела это право и имела эту возможность отменить смертный приговор. Но этому человеку не было возможности расплатиться с силами ада. Потому что, говорю, естественно, способ оплаты, я, насколько я знаю, я это, солиста группы кино, я, насколько знаю, этот человек был очень добрым и очень позитивным. И он никогда не стал бы кровью писать свое имя. Чтобы чьей-то кровью написать свое собственное имя, будь это надпись на асфальте или договор с силами ада, этот человек никогда бы этого не сделал. Хотя говорят, что ты там расписываешься за других. В данном случае я бы сказала это от всей души, насколько я понимаю эту личность. Тем более, я помню общение с ним, пока он был жив. Что происходит? Этот человек, я знаю, никогда чужой кровью свое имя писать бы не стал. Сатанистом бы он точно не был, и черной магией заниматься стал вряд ли бы. Вряд ли бы. Такие люди не бывают ни сатанистами, ни магами. Поэтому, говорю, во-первых, исключение оплаты – это одно. Даже, говорю, при всем моем желании помочь – вот третий вариант есть еще. С одной стороны, предупредить можно, можно предупреждать, но в таком случае только оттягиваешь неизбежность аварии. Если человеку сказали, что у него предупреждение стоит, не езди туда, там разобьешься. Но кто бы это слушал, во-первых, даже если послушал, оно отодвинуто, но если выписан смертный приговор, его можно отодвинуть на несколько лет, но тогда следующий удар будет сильнее. И если жертва в каком-то случае должна умереть быстро, не сильно долго страдая, если этот отодвинут был случай, тогда может быть более медленная смерть и более гадкая, я бы сказала, если отодвигать. Поэтому иногда отодвигать еще и не стоит, чтобы жертву еще и не намучить. Вот. Дальше, это надо гуманизм иметь в этом. Есть еще другой вариант, то, что если маг пожелает спасти кого-то, плата идет ценой 20 лет от собственной жизни, но тогда все равно и спасенная жертва, и маг должны жить вместе, и при этом жить не передвигаясь дальше, чем 100 километров вокруг. То есть они обязаны всю жизнь потом, до конца своих дней, оба жить в одном городе, в круге, ограниченном 100 километров в диаметр. Так? Всего-то. Дальше, вот такой у меня еще был вот этот вопрос. Это цена спасения, что могла бы я, что не могла. Дальше, как, во-первых, это делается? Это длинный ритуал одно. Если вы просто... Как я уже говорила, исполнитель смертного приговора отменяет, то есть идет и делает. Это другое. О ценах это, да, надо иметь договор с адскими силами. Это адские силы, они сами дают цену каждому. Потому что исполнитель – наемник. И когда я говорила, наемник действует вслепую. Наемник не знает, кто его жертва. То есть абсолютно. Ну, так вот, продолжая эту тему, я хотела добавить еще вопрос был о зеркальной железнодорожной катастрофе. Эта катастрофа известна как зеркальная, потому что в этом случае, это очень редкий был уникальный случай, когда столкнулись поезда с одинаковым именем зеркальным, то есть Уфа-Адлер и Адлер-Уфа. Даже в газетах тогда писали, что это было зеркальное отражение одного другого. Один ехал навстречу другому, Адлер-Уфа, и навстречу ему Уфа-Адлер. Поэтому эта железнодорожная катастрофа называется зеркальной. Вот, это редкие такие случаи были. Вот, что мне известно об этом? Кстати, это за одним будет ответом на вопрос, существует ли борьба кланов черных магов. В данном случае так. Было накануне, кстати, я хотела рассказать, что там вот было... Существует несколько кланов, и которые, конечно же, спорят регулярно, соревнуются узнать, кто из них сильнейший. И поэтому, когда есть светлые силы, тех, кого называют светлыми силами, они хотят некоторые объекты и некоторых людей уберечь от смерти.
Но те, кто соревнуются с ними, соревнуются те, кто называется кланами темных, темные кланы. Вот. И эти кланы соревнуются между собой. Конечно же, они из принципа уничтожают то, что хотят сберечь светлые. Так? И между собой соревнуются, кто сильнее, кто больше сможет это сделать. И каким способом. В данном случае, накануне того, что произошло у Фа-Адер-Аль-Руфа, накануне, один из кланов черных магов, они сумели сделать авиакатастрофу, столкновение двух самолетов в небе. Самолеты столкнулись буквально носами, так вот, нос в нос. Что это было вообще? До этого это считалось с их стороны шедевром. Такого, в принципе, до них никто не делал, потому что такую аварию это очень трудно сделать, чтобы самолеты в воздухе столкнулись нос к носу. И поэтому этот клан праздновал свою победу. И они, естественно, очень гордились. Какое-то время они были на высоте, они были лучшими. Дальше другой клан, который решил, конечно, их победить, они устраивали аварию, железнодорожная авария, столкнуть два поезда с одинаковыми названиями, то есть они только в разных направлениях, навстречу один другому двигались. И эта авария унесла больше жертв, больше жизней унесла, чем та, что была авиакатастрофа, самолеты нос к носу. В данном случае это была борьба кланов. То есть и в том, и в том, то есть и в самолетах, и в поездах светлые силы были заинтересованы спасти несколько личностей и, конечно же, спасти технику. Ну, то, что темному клану черных магов хотелось изничтожить те объекты, которые были нужны светлым силам. И в обоих случаях два темных клана они выиграли. Так, и дальше, какое-то имеет отношение к солисту кино, какое-то имеет отношение к Диане, англичанке Диане, которая погибла во Франции, также в ДТП. Кино стоит за номером 4, Диана стоит за номером 11, и список продолжается. Насколько мне известно, в этом списке уже 118 пунктов. Подробностей я о них рассказывать не буду. Что касается Курск, подводная лодка с таким необычным названием, это совсем не имеет отношения к той личности Уфа-Адер-Аль-Руфа, которую устраивал, и это же не имеет никакого отношения к обоим этих кланам, ни к тем, кто грохал самолеты, ни к тем, кто грохнул поезда. Это совсем другое, третье. Но это умышленно сделано, потому что лодка Курск потонула, потому что одному из сатанистов надо приносить свои жертвоприношения. И это сделано было, ну, кто верит в магию, тот верит, не верит, не надо. Но вообще затопление этой лодки, это было жертвоприношением, потому что тот, кто занимался магией и сатанизмом, он получил огромное повышение по иерархической лестнице и в магии, и в мире земном. То есть, получив высокую должность и в земном мире, и в магическом. То есть, получив две должности одновременно, огромный прорыв, огромное поднятие по иерархической лестнице, конечно, в таком случае маг должен заплатить. И поэтому это жертвоприношение, которое считалось обязательным, и он это сделал. Он, а не она. Но он не имеет никакого отношения ни к кино, ни к Диане, ни к самолетам, которые сталкивались, ни к тем, когда есть самолеты, которые падают внезапно, еще несколько случаев авиакатастроф, которые были, считаются такие загадочные. Вот. И поэтому эта личность, которая занималась Курском, не имеет никакого отношения к остальным другим, о которых я уже рассказывала и еще буду рассказывать. Дальше и напоследок я хотела сказать, используется ли гипноз при том, чтобы избежать магии, чтобы избежать магии и обречения погибнуть. Гипноз может использоваться и самогипноз, и гипноз используется либо чтобы жертва стала обречена, либо чтобы жертве помочь. Делается и то гипноз может быть использован. Может быть, но это не обязательно. Дальше, что я хотела еще сказать. При этом, чтобы сделать авиакатастрофу или автокатастрофу, здесь, говорю, не применяются магические жезлы, в этом случае не применяется магический шар, в этом случае применяются зеркала, иглы, глина и огонь. Это я скажу. Чтобы автокатастрофы, инновационный метод,
Для этого не нужен ни костюм, ни огонь, ни глина, ни вуду, ни куклы, ничего. Это только за счет использования собственной биоэнергетики мага. И при этом из собственной биоэнергетики ему еще плюсом дается запас, и ему за это платят, и платят силы адские, он с ними заключает договор. И прежде всего, конечно, те, кому заплатили, они всегда хотят свое дело довести до конца, потому что они заинтересованы. А платят им либо красотой, либо силой, либо продвижением по иерархической лестнице. Причем наемник, который занимается автокатастрофами, авиакатастрофами, затоплением лодок, те, кто занимается этим, они не знают имен своих жертв, они не видят эту жертву. И что последнее, что хотела сказать насчет солиста кино, та, кто отправила его в мир иной, очень плакала, когда увидела его в этой аварии. Когда она узнала, кто ее жертва, она очень плакала прямо там на дороге. И она раскаивается и до сих пор. До сих пор. Но в этом, говорю, не изменишь. Я, насколько мне известно, ее мнение, потому что, говорю, она была фанатка этой группы. Она была фанатка, но поскольку как наемник, она исполняла смертный приговор, не зная, кто ее жертва. И при том она говорила, что если бы знала, она бы никогда этого не сделала. Потому что, говорю, хоть черный маг, хоть любой нормальный человек никогда не стал бы убивать своего кумира. Но таково правило, что исполнитель, наемник, не знает, кто его жертва, не знает, кто на том конце. Он знает только, сколько ему за это оплачено и что он должен сделать. А подробности об автогонках и существует ли талисман хранителя от аварий, об этом я расскажу в другой раз. Вот это мой список, я еще продолжу здесь, следующие рассказы еще будут об именах в клане, подробности, как это дается, виды ауры, повышение активности при знамении и бурях, и сколько можно накопить энергию для экспериментов, цена за эксперименты. И можно ли делать без перерыва эксперименты и обучение?